Ну, действительно, там я, у меня есть ученица, женщина, которой 86 лет, она занимается у меня 3 года. А это вид спорта? Просто занимается, вот у меня есть своя система, там цигун, гимнастика, вот всякая такая история. Она перенесла 7 операций на сердце. И она моя соседка, она вот когда пришла ко мне, она говорит: Сергей, вы знаете, я вот, я живу там 16 лет в районе, говорит, я 16 лет на вас смотрела из окна, я жалею, что я только вот 3 года, ну вот она вышла сейчас. У нее феноменальный прогресс, она другая, она светится. Она требует, чтобы мы называли ее по имени Алла. Прекрасная, совершенно потрясающая женщина, молодая, красивая, светится, глаза 86 лет, ребят. И она занимается всего 3 года. И жизнь была очень сложной у женщин. Поэтому нету, ой, мне поздно, ой, ну мне уже 16 лет, я, наверное, заниматься не буду. Я говорю, ну, наверное, уже нет, не будешь. Так.